Так, давай, допустим, так. То. Кто с этих магов получше? 67-й, 57-й уровень, значит, получше. Так, давайте начнем бить. Сумоним хилов. Очистим пока все. Ну, давай пока Лингрен, ну и Холидринг тогда в танка прыгай. Ну или этот, ну или давай Авелания, хуй знает, потанч, трэш. Холидринг пускай побьет. Он уже Так. спеклился, не спекайся. А у тебя что там Авелания на танке, как это левел? 267. Ну, в принципе, нормально. Тыкайте на смог. Ну так как у нас 4 танка, то агрим побольше трэша там. Один одну пачку, другой другую, и хуярим. Здорово. Столик поставьте. Всем поехали, короче, я заебался сумонить. Вот в Татарстан за орехами. Короче, вчера, сегодня смотрел ваши все траи. Всего два трая было по ДПСу, чтоб вы смогли убить. Ну да, потому да, что там, блядь, видал, падали по КД. Наваре 31 тысячу давал, блядь. Вообще жестко, ебать. Вообще жесткий просто. Жесткий вар. Не, вар в натуре. Вот я говорю, то ли циркулевский контент, да? Где ты 1-2-1-2 жмешь, нахуй, слюни с арта текут, и ты один хуй все закрываешь, нахуй. То ли здесь нахуй, то рога нужен, то хант нахуй, то ветер совы нахуй. Ну ебать, все напрягаются просто, хилы потеют, танки потеют. Ну я про вот этот контент, который новый выпускают. Вот что-то, блять, разнообразие какое-то. Вот эта РС-ка, все что есть, это близовская стандартная хуйня. Она трудная, она тяжелая, но она простая нахуй. Она просто там как по кругу ездишь нахуй на велике, так же легко все. Самое главное, глаза разуть пошире, блядь. Убежать от метеора, лезвия и все нахуй. Трэш, как обычные мобы в РБК, нахуй. Нихуя, у нас 4 танка. Ну. Давайте, да. Хуярим посильнее тогда. Чё? Чё, есть там место? Нет, блядь. Найдем, ебать, заходи. Что-то что? Сейчас мы миников пока почистим. Типы там ОД залутают, нахуй. И потом поменяем, нахуй. Небольшой утешительный призрак. Да, блядь. Нихуя ты придумал, ОД залутать нормально тоже тема, в принципе. Ну, блядь, посмотрим по ДПСу, нахуй. Ну, типа, если, ну, падать будут типы там, лучше я возьму типа, который, ну, бигдем. Утешение павшим, да? Бигдем, он хоть нахуй отбегать будет, блядь. Я лучше его возьму, блядь, хоть шансы повысятся. А так нахуй надо. Типа, вот это всё. А там у вас фул, да? Ну, говорит, 21-й трай. Убили, блядь. Победный. Пульнули. И Жора, говорит, сдох, нахуй. И Хилл сдох, блядь. Он метеоре. Он сдох. Жора, говорит, стали побежали. И Жора, говорит, сдох на метеоре. Он юзнул гринставалку и сдох, сука, в луже, говорит, ебать. Я умом тронусь, блядь, в этом РФ. Ебать. В натуре. На самом деле, ну, блядь. Ну реально, когда первый раз траешь такую хуйню, бля, 6 часов как-то раз потравил. Мы год нахуй по зерго тактике убивали, блядь. Тут, кстати, я не знаю, если он 15 секунд, тоже можно зергом, но, блядь, там IQ надо еще больше, чем на обычную, нахуй. Надо ее, чтобы, ну, танки прям, блядь, знали, нахуй, все секунду там... в секунду делать. Ну, кстати, не факт, что танки вывезут. Ну и да, еще и танки не вывезут, нахуй. Там видишь, там настолько все по тонкому льду, блядь, там упирается все в то, что босс по тебе просто промажет, нахуй. Вот и все, типа, ну, в парирование в уклон ушло, все, ты убил по зергу, нахуй. Нет, ну, я не знаю, ну, фактически смотри, вот босс бьет 37, да, ну, 40 тысяч. Баф он получает плюс 200%. Ну, 40 на 3 умножай, нахуй, это получается 120 тысяч чистого урона, блядь. Это уже порезанного броней, блядь. То есть по ДКшнику танку столько придет. Ну, 15% он режет. Потом ты под незыбкой 12 секунд стоишь. То есть тебе, грубо говоря, надо
вот эта задержка, что ты выходишь из тьмы, нахуй, 2-3 секунды проходит. Ты незыбку отдаешь, босса держишь, все, там тебя хилят, заебись. Потом у него наступает баф 100%, то есть 80 тысяч. Он может не шотать, потому что в волю мертвых уходит эта хуйня 15%. То есть сколько это? 12 тысяч. Это получается, ну, 68 тысяч тычка. То есть он будет просаживаться до 10%, нахуй. Вот это ему надо прожимать этот кровь вампира, блять, на как раз 15 секунд. И все, дальше как бы, ну, ему каплю дают, каплю бабл, паладин по себе дает. Вот. Дальше как бы можно его, ну, захилить на плюс 50. Тоже будет воля мертвых прокать. Там все в эту волю мертвых упирается. То есть протанчить оно в теории возможно, но на практике там еще голем добавляется, блять, вот в чем проблема. Вот поэтому хуй знает. Включите стрим, пожалуйста. Включил, гламурчно включил, есть стрим. Ну так-то заебись, система прикольная. Ну как под 90 будет хп, можно будет, наверное, попробовать. Ну я не знаю, это тоже, скорее всего, будет трата времени, потому что мы по такой убьем, по той потом не будем бить. Или скорее всего будем, но когда уже там в 4-5 будет большинство, когда танки... Да, в топе, да, будем. Да, да, скорее всего тогда. Это будет 5-минутное развлечение, а так бой 8 минут берсана. Кстати, а чё вы соляру вчера не пошли пробовать? Да и нахуй она нужна, блядь. Трынки как бы. Так-то да, блядь. Там по сути бой тоже простой, нахуй. Тоже все упирается в этот. Там контроль нужен на двух мобов, по-моему. Это про чё? Вопрос? Соляра, баба. Волка, блядь. Там сколько? Всего 3 моба выходит же на ней. 2 моба. Потом фишка в том, что они это какую-то хуйню там, что они там кастуют, то ли хилят они ее, блядь. Хилят. Да, на 10% нахуй. Вот если хилку проебал, каст не сбил, все пизда. Одного моба надо фул контроль держать, то есть фул под. А второго быстро зергать. А второго зергать. Вообще в теории можно на двух назначить этот, как он называется, сбивальщиков по несколько нахуй. Чтобы они интераптились 100% вероятностью. Ну и это. И просто двух зергать одновременно. Потому что одного зергать и второго, ну, немножко ДПС потеряется. А так ты их и быстрее ебанешь, и босса хуяришь спокойно. Посмотрим, придем. Ну, там самая основная хуйня, что это гнев астроманта этого выносить нахуй. Что если ну, ты да. не выбежал с рейда, с тобой взлетят люди нахуй, они уже при падении... Улетает весь рейд нахуй. Да. А если один выходишь и взлетаешь, ты при падении не умираешь. А что такое ДПС маленький? Расслабились что ли? Половина АФКшит нахуй, вон видишь, стоят, чилят. А то сейчас сразу заменим всех, нахуй, кто ниже, блядь, 15. Ну, тури. Ну, приз, ШПшник слабый. Я думаю, ДСшника попробуйте, посмотрим его шмот. ДСшник... Сейчас, ходика нету. Свету при... Чего нету? У меня холика спека делай нет. Нахуй, мне похуй. Вообще, делай сразу холика. Бери и делай. Нафиг это холика? Ничего не знаю, блядь. Не играть. Будешь сейчас учиться. Мне там надо, чтобы был щиток на людях, чтобы они быстрее выносили. Как он называется? Метку в тьме. Там ретрики нужны топовые, которые по очереди кидают фридом нахуй на метке. Вообще там тяжко будет. Но там три хила надо справляться будет. Там дохуя от ассистов зависит, от ретриков, от хилов дохуя зависит. Ну, скорее всего, Лингруну придется тьму танчить, а больше не вижу кого-то, кого ставить. Если я буду танчить тьму, то цвет самая движуха. Все, что происходит в цвету. А тьма там, блядь, хуйня скучная, нахуй. Скучная. Ну, а хули там 4 лезвия трэша нету, нахуй, и все поебать. Просто бегаешь по кругу, как дурачок. Ну, я вначале пару вайпов сделаю. Короче, как обычно, рогом самое веселое, да? Рогом вообще, ебать, не ноубрейн, нахуй. Просто, блядь, мобы вышли, 10 мобов, они под пузом пробегают, да. Ты даешь на пул, нахуй, и все. А на мы танк. Свету будем?
Сейчас, да, свету. Так, чё, блядь, этого пидора, ну давай. Уярим. Он дровист пришел. Цирк приехал. Там, если что, Захланыч еще есть на замене. Я первого. Угу. Сейчас мы возьмем нормальных пацанов. Ровных. ОД залутают. Пацаны, блядь. 99 стаков, ебать. А так всегда нахуй там хуй разбегаются. Это надо изначально на РНЖ стоять, чтобы он не настакал. Третьего, ты хули дринк или я? Что, на стуле? Ну давай. Можете вдвоем по очереди там. Можно по очереди. Цепочкой встать, один с одного стаунтил, другой с другого. Каплю друг другу дать можно еще под ебалом вместе встать. Прикольно бы. Халатский штурм. Блять, хилится он заебал. Нет. Нахуй. Ебанует. Какой мудак ему прописал хилку нахуй? Это вообще пиздец. Кринж. Ребята, чё вы в центр все встали и все? Чё вы, блядь, стоите нахуй, где попало? Они им похуй, видишь, они не понимают нахуй. Я сейчас пойду просто от моба нахуй, он вас скосит, блядь. Mm-hmm. Стойте на РНЖ, ну комната, смотрите какая большая, мы трэш для этого чистим. Так и будет. Блять, хилку никуда отдал. Двое сильнее. Страдания Вайда, блядь. Из-под ебала то уйдите. А, пардон, три танка. Вижу. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе. Сорвал, блядь. Ебал по мне. Бля, конь. Ого, я без вайпа. Как ты там говоришь, широкую на широкую, ебаные волки. Сюда ОД нахуй. ОД в натуре. Я еще даже бонус 7 ОД получаю, ебать. Нихуя, блядь. 5% какой-то. Так, забегайте сюда. А, ну да, кстати. Полупокер. Так, замер ДП. Ебаный в рот. Блять, я подвис нахуй. А куда он? Заевадился. Босс ушел нахуй, с обрыва прыгнул. Блять, испугался просто. Как надо. Самоубийца. Ну ты видел, ты видел? Так. На снежинке постою, блядь. Ноги поотмораживаю, нахуй. Не-не-не, нихуя, не получится мне. Не, я не досягаем, нахуй. Вижу, блядь, летаю, блядь. Так, у меня северный олень. Нихуя. А вообще хуйня. Ебать. Ебать. Кто он там? Генерал Заритриан, нахуй. Ёбаный бич. Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока. Взвод зарывался в облака. И уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там. Ведь это наши горы. Они помогут нам. Они помогут нам. Как скажешь, шеф. Один глаз на нас, второй на Кавказ. Чего? Бабушка, знаешь, как говорила, глаз на жопу натяну. Я и моргать. И моргать за все, все правильно. Так, незыбка. Даю незыбку. Могучий враг повержен, бля. Халеон, когда упадет, это будет надпись «Бог убит». Как кошка Серджу пишешь, да, намного. Так, ну, ну я не знаю, в качестве получше. Подарка можно дать трай. Это все таргет прям проверять. Пробные, блядь, пацанам, как думаете, блядь?
Чисто, блядь. В качестве, блядь, ознакомления. Обнимчок. Ну давай, как раз пару траев, короче, я как раз вайпанул в это в тьме пару раз и при это приноравлюсь, как говорится. Блять. Че, на кого там пулить? На холи дринка? Не. А, нет, на сейчас кого? Определимся. Сейчас надо мне поставить метрики. Или на Велане, блядь, кто тут будет? А тут еще Лингрен, блядь, есть. Да подождите, ну я. Тут это... такой выбор, блядь, сейчас просто. Я же не робот, он это. Все это. А будет. Может на Синтека? Синтек бич, он сдохнет. Ну для этого и смысл. А то больше надо мажет. А, он хилит. Алло, да, че? Алло, Синтек алло. Бич одобряю. Синтек бич. Ты же Синтек танчить хотите меня отправить? Я, блядь, согласен. Нахер хотел меня. Затанчен, нахуй. Нахер хотел меня послать. Ну, милости просим. Что, вместе обнимемся и нахер пойдем, да? Как там барон сказал? Я понял, блядь, я так, понял. Ну, короче, такая тематика, блядь. Я думаю, шестой хил нужен. Так, давай, сейчас этих бичей замену. А еще что ты хочешь? Так. Шо, дерь рыба. Лаша пришла, блядь. Прям как-то сегодня все пособрались. Всем приветик, ну, вон Мэтт Фокс, Эрдру, ебать, и все нахуй. Ну, и Вилаша. Так. Он Биг Дэм, блядь, на замене. О, Вилаша. Получается, а вот это Войд. Может, это ультраприста мы спехнем в ДЦ, чтобы один ДЦ был в тиме, один Ситу. Давай на замену не... пойду, тебе два рога хватит. Биг Дэм возьмешь. Да, не, я сам скажу, кто на замену пойдет. Значит, и Вилаша будет тьму танчить. Мэтт Фокс, я пока уберу. Ты давай Холика иди делай, это я тебе по-серьезному говорю. Так. Я Холика так, делаю. У нелюбящей не ты есть Холик. Нелюбящей ты нету сегодня. Ультраприз ДЦ спекнись, посмотрите его спек, как он там одет. Так, значит, Лингрен, ты будешь танчить мелких? Насчет Авеланию свичнем на Биг Дэма тогда. Ну, блядь, пиздец. Пойдет так. Описание? Ответ убил. Ответ максимально убил. 54 хромаса. Ну хули, ну можно Кирсори сменить, допустим, чтобы ты был палом. Кирсори сменить. Но он шевел. Вон за Ханыча возьми. Ладно, похуй. Так, сейчас поглядим. Можно в ну, можно мардаунтов в свет, а ультраприста в тьму и в принципе... Я скажу, кто куда пойдет, блядь, братья нахуй. Алло, блядь, Синтек нахуй. Ничего. Работа. Смотри, Войд. Мардаунт в холи присте будет. Да вот что тебе. Я... Успокойся. Так, Бидон есть... и Призен. Кто с вас во тьме лучше хилит? Чтоб там лезвие выносить нормально, там, блядь, чтоб нормально было все. Так, Гламур свет, Ультраприз свет и третий будет какой-то шаман, нахуй. Везде плохо хилю. Призен, ну ты умеешь волну в танках оставать? Ну да, это самое главное. А Бидон, в котором бабка молоко. Короче, посмотрим. Давай, Призен, я тебя на свет пока поставлю. Там задача будет основная, это держать МТ. Вот, посматривать щиток на нем. Частица на нем будет щиток, ДЦшник за ним смотрит. И это самое, и волну у него перекастовывай, когда голем на нем. То есть опасные ситуации. Вот, и когда хэпал выносит, ты хилишь танка. Вот, ДЦшник хэпала хилит. И диспелит метку. Значит, во тьме Хеприст, Синтек и Бидон. Вот эти три тела, это ответственные за то, чтобы там не сдох танк и Вилаша. Вот, Бидон, это значит, это самое. Вы там с замены далеко не уходите. Может быть, если кто-то офнится, придется рейд брать. Вилане кулак, дай. Так, так что настраивайся, Бидон. Если вдруг какие-то проблемы хуёвые будут, если прям бегать не будет получаться, то поменяйтесь местами с Призоном. Вот. Во тьме самое основное, это вы, ну, человек с меткой, который выносит, по нему должны быть фридомы. Фридомы будут, давай подумаем, кто самый скилловый из паладинов. Это у нас этот самый. Нету тут таких. Рарник и... Я Рарник и Холидринг. Печи, что ли? Да. Так, Крипто Эйвил. Окей, запишу себе в блокнот. Так, Эвилаша тьму. Так ты недалеко там ушел. Миланию еще. Вот, первая пати, это вот полностью тьма пачки. 4 дамагера, танк, так и еще одного вам надо кого-то. Или двух, сука.
Надо подумать. Этот, Крипто Эвил, у тебя какой спек там? ШДшник? Мути. Он в мутике клевый трэш. Ай, блять. Там вместо топа, если он хочет посилить, может взять ДК. Да нет, Юлю, там забафайте. Нет. Так, трэш мне... снесем нахуй. Не надо дамагер еще во тьму, блять. Катрисию поставить. Катрисия, ты как во тьме? Катрисию роги точно в свету, но на пол. Так. Вот. Давай во тьме. Блять, это БР, не эта хуйня. Какой с рогов может во тьме поиграть полностью? Топа. Можешь? Блять, не напуливать вообще замечательно. Давай я тебя в тьму поставлю. Потому там что БР. БР лучше в свету, нужен всего 3 БРа, блять. Вот. Короче, из дамагеров в тьме. Ну, вся первая пати там танк, топа. Вот остальные все. Лингрен свет танчит, я свет танчу. Крипто и Седжу в свету напуливают мобов на Лингрена. Что-то, блядь, дохуя ДД, сука, надо что-то переделать. Или локов туда парочку закинуть. Сейчас можешь по силам, кто где сидит? Я уже говорил. Давай еще раз что-то я прослушал. Ты во тьме, Холик Прист. Блядь. Сука, мне кажется, просто пережимать мы его будем. Или стопать свету придется. Ладно, попробуем так, в принципе. Ну ты не забывай, у нас трэш здесь еще как бы. Да, тут трэш как бы... Просто что... Ну ладно, попробуем так, 5 ДПСеров. Если первоначально будет... ты будет на боссе, да? Да, наверное. Да, я буду на боссе. Ваша будет просто в тьму заходить. Еще раз, значит... В свету Призон, Гламур и Ультра Прист в ДСшнике. Вы посмотрели его спек, как он там одет? Они все честно, не очень для Гера, конечно. Он 51-й. Блядь. Хил? Или ДД? Хил. Ну, если хотя бы не есть, там, не знаю, там, не знаю, сейчас под фулбафами хотя бы 10 тысяч хотя бы абсорба будет. Да, щитка, ну это хоть как-то. Будет. Самое главное с тебя, Ультраприст, это щитки предиктом. То есть перед метеором, чтобы у людей был шанс там, ну, один тик лужи, допустим, проебать. Ну, это ты им даешь безопасность. Потом, самое главное для тебя, это танк и метка, которая... Ты конкретно дисплеем метки занимаешься. Метка дисплеится вот тут, вот на краю. Не там, на середине где-то. Это критически важно для тьмы и для света. Вот. Это самая главная твоя задача. То есть танка смотреть. Исповедь в него давать, когда голема он танчит по КД. МВшку через него кидать. Свету кто этих хадов будет танчить? Свету я буду держать босса и этих, как они называются? Большого. А маленького? Маленьких Лингрен. Блять, ну, вы такие интересные, все прослушиваете постоянно. Вот, Лингрен, значит. Ну, самое простое это, что Лингрен их отводит, самое главное от большого. То есть смотришь, расстояние между ними должно быть. Ну, вот как от одного края до другого края кружка босса. Вот примерно такое должно быть. У него примерно такой радиус. Аура. Да, блядь, побольше, наверное. Ну, там, ну, или 15, или 20 даже. Я не знаю, по дефолту 15, может, тут 20 подрисовали метров. Как взрыв духа на леди. Может такое быть. Вот. Тут нихуя сложного. Самое главное хэпалу, Призону, когда они хилят, находиться за спиной Лингрена. Вот Лингрен, вы должны четко видеть его модельку. Он, в принципе, заметный Таурен. Вот. Ну, дальше как бы нихуя сложного. Метеор перебежали, оттуда трэш вышел. Анреальный, ты конкретно напуливаешь только большого на Войда. Вот голем выпадает, и ты напуливаешь большого голема на Войда. Вот, два роги на Лингрена, соответственно, напуливают. С пула, топа, так как ты во тьме, дашь на пул на меня. На босса чисто. А свет на Ишу, да? Или как? Или тоже на тебя? Юля во тьме танчит. Слава танчит босса, блядь, и большого ада в свету. Лингрен, но трэша в свету. Ну, если откатится до метеора, там, в принципе, что? Там первый метеор там через 20 там секунд. Там откатывается ровно. Если откатывается, то да, дайте на меня. Прям, чтобы оно с пула висело. И это, там 20 секунд, и падение метеора, что-то 7 секунд с неба он падает, летит. Так, теперь давайте по фласкам подумаем. Те, кто дамажит во тьме, мне нужно, чтобы был у них саппорт. Это вот первая пати. No. Всем саппорт.
Потом хилы во тьме. Синтек, бидон и мордаун сопроту. Кидайте обмен войду. У меня есть. Что, у всех есть сопроты? Топа у тебя есть? Это есть. Все, выпил. А, да. Нет, нет, ты не во тьме. Ты слышишь, Дис? Да подожди, не ты. Заебал. Биг Дэм этот самый. Масло. А, вот масло у меня лежит. Не этот. Катрисия, ты в свету, потому что БР нужен мне в свету. Еще кому сопрот? Мордаунт есть у тебя? Да, да, у меня есть. Вот вы его тебе под сопротом, чтобы вы там не подохли, блядь. Там ебашить будет, будь здоров, нахуй. Там метку имейте в виду, проебете, блядь, там 2000 и все. Так, хулиндринг. Потом в свету. В свету, по сути, вам СПДшку надо пить. То есть сейчас вам СПДшку дадим. Ханту дадим АП. Так, это вот ханту. Вот рогом в свету. Роги скидайте со света на АП. СПДшку. Ну, кидайте обмен, короче. Так, это кто? Равенин. Маги там. Кидайте. World Aya. Вадикон, Трилока. Ультраприз тоже на СПДшке будешь. Чтобы щиты сильнее были. Вадикон. Короче, я не знаю, как поступить насчет ГП. Ну, я не знаю, сейчас потравим. Если будет одна и та же хуета повторяться, если будем на говне каком-то дохнуть, на метеоре и на лезвии, начну ГП хуярить. По, ну, к Т5 нахуй, подрихтуем, блядь, состав. Уравняем шансы, да? Через час просто нахуй все гильдии нет. У всех ГП, блядь. Ну, потому что, ну, тут нихуя сложного нет, реально, блядь. Шар большой падает с неба, 7 секунд летит, блядь. То есть, ну, надо мозг включить. Сначала, еще раз объясню, не ДПСик ваша задача дать, показать, а сначала понять, что делать, и делать это четко. А уже потом, блядь, когда вы перебежали, все спокойное мгновение есть, и вы уже потом, блядь, добавляете ДПСик. То есть, внимательно, блядь. Бой 8 минут всего до берсы. Роги, там, крипто, седжи у вас есть, АП? Анреально? Да, есть. Я выпил. Анреально есть? Это сапроты или АП? У тебя сапроты. Тьма сапроты, ты свет, в тьме. АП. Ты в тьме, потому что надо туда ДПСер хороший. Ну я алкашный выпил, типа. Там, в принципе, я не знаю, будет ли отображаться в Омане агро, но, по-моему, оно там багается. Будет ли рискованно, ну, напуливать, типа, на Биг Дэма, допустим. Надо по это посмотреть. В принципе, там сальвы есть, так что можно ебануть там, допустим. Но первые напула 2, да, и вывела, что это стопудово. Или 3 даже, когда еще это, вся команда туда будет заходить. Кто остается в свету, значит? Это непосредственно я, непосредственно... Гламур и непосредственно Ультраприст. Остальные заходят. То есть Эрдру заходит. Призан, Бидон и Мордант. Вы заходите. А Призан, ты в третьей фазе выходишь сюда в свет. Запомните эту хуйню. Вот. Самое главное теперь что, смотрите, по диспелу. Значит, во тьме кто будет заниматься диспелами? Вообще это обычно делает Холи Прист. Справишься с этой хуйней? Давай, вот подносим там. Вот, смотри. Да, вот смотри. А свет же вообще не заходит во тьму ни разу, да? Почему? Какой свет? Ну, блять. Кто свет. В свету остается, те выходят на перефазе в свет, потом из тьмы. Объясняю, заходит, да? Объясняю, почему, блядь, объясняю популярно. Вот смотри, Седжу, представь себе, блядь, в свету у нас 15 ДПСеров. Ты думаешь, что с 75% до 50% босса кто будет переводить? 10 человек? А 15 человек будут стоять тут? Нет, это нелогично. Значит, в тьму заходят все, кроме танка, который ждет босса. Кроме двух хилов, которые хилят его. Угу. Вот. А потом выходят со второй фазы из тьмы, когда босс уже в двух реальностях. Выходит уже непосредственно два хила. Точнее, один хил, третий, который в свету. Типа как в обычке, короче, все, да? Да. Только самое главное, что...
смотрите, самое главное на переходе, когда 50% будет, третья фаза, пристопните дамаг, потому что вот эти вот 5 секунд, когда свет выходит, третья, четвертая группа, это время они не бьют босса. Им нужно выйти, встать еще, посмотреть, что там как. И еще смотрите, что мы будем делать. Значит, вот, допустим, метеор падает в танка. Вот тут стоит танк. Вот тут стоит рейд в луне. Как мы будем делать? Значит, вот ставлю на себя метку. Будет поворот босса лицом на рейд. Вот сейчас покажу. Это делается для того, чтобы голем оказался с противоположной стороны от рейда. Вот смотрите, вот тут я стою танчу. На меня в квадратик падает метеор. Вы стоите в луне. Я поворачиваю босса лицом на луну. А вы в этот момент идете туда, где был хвост босса. То есть туда, напротив квадратика, с той стороны. Вот этот маневр будет выполняться при падении метеора на МТ. Вот. Все остальные метеоры, они локализуются в рейде, либо у стены, может, если человек метку выносил. Вот. Это делает возможным то, что я с одной стороны, слева или справа, у меня будет голем, которого я ЛПшки накидаю. Он не таунтится, кстати говоря. С срывом агро имейте в виду, блядь. Вот. А вы окажетесь с другой стороны. То есть голем должен быть с одной стороны, вы с другой стороны. И мелкие идут к вам. Вот, вот самое главное. И еще будет такой момент. Либо я прожму, либо ключ, либо надо очень внимательно смотреть, хилить хорошенько это войда, когда выходит голем. Потому что если я увижу, что у меня хуево хп, я могу среагировать и прожать этот, как он называется. Панцирь или ключ. Это абсорб. Любой абсорб и любая хилка, то есть захват рун, либо удар смерти, он босс, маленькие мобы, которые 10 штук, они среагируют и прибегут на меня. То есть, если они прибегут на меня, а на мне уже большой стоит, а на нем агро набираю, они будут расти. У них будет увеличиться в процентном соотношении хп и их урон. Вот, чтобы этого не случилось, надо быстро, в срочном порядке дать туда АУЕ. АУЕ дают маги, локи, я не знаю, семя порчи, любую хуйню, любое АУЕ, чтобы эти мобы быстро пошли в рейд. И там их уже ловят роги на пулом и протопал. Вот, это очень важный момент. Все остальное очень простое. То есть метки, они существуют в двух мирах. Ну, выносить их максимально быстро надо. Если вы будете секунду, две лишних стоять с меткой, то метка просто будет больше. И она будет мешать прохождению во тьме. То есть людям бегать мешать будет. И в свету. Они одновременно и тут находятся. Вот, самое главное. Вот, ну и во тьме лезвие, когда будете смотреть, вот, и Вилаша будет тончить, что поделать, придется учиться, вот, будете это самое. Значит, есть три типа меток. Первая метка, когда нет лезвий, то есть вы вынесли спокойно, и потом уже лезвие начинается, она выносится перпендикулярно, вот, лицо босса, допустим, на этот, сейчас, нахуй, лицо босса, допустим, смотрит на квадрат, о, блядь, на череп. Вы стоите такие в квадрате. Метка выносится ровно перпендикулярно. То есть 90 градусов. Вот сюда вот выносится. Вот. И потом есть вторая метка. Когда вторая метка идет, это начинаются... Кидается метка и начинаются лезвия. Босс крутится от квадрата... То есть бок его переходит... Вот где рейд переходит от квадрата к черепу. И вы несете лезвие под углом 45 градусов от квадрата вот до сюда. То есть... И при этом как бы вы бежите и к стене, и двигаетесь между двумя шариками, которые, ну, сектор ваш двигается. То есть эти шарики, они должны быть посередине. То есть вы должны быть посередине между двумя шариками. Если вы отстанете, если вы угол не тот возьмете, вы попадете вот сюда к шарику. Возле шарика 15 метров радиус, вот такой вот круг есть, который, ну, он большой, 15 метров, вот побольше, вот такой, блядь. Приличный. Вот он вот так примерно. Эта пульсация, она бьет ровно столько же, сколько лезвие. То есть вот эта пульсация, она именно когда 10 секунд лезвие активно, она убивает шоты от вас. Вот в нее нельзя забегать. Поэтому на активные лезвия и вынос метки одновременно нужно нести между двумя шарами и возвращаться в рейд. То есть и вперед не забежать в шарик, посмотреть, то есть где вы там, ну, чтобы, блядь, там внимательно надо смотреть. Вот когда вы носите лезвие, смотреть на положение шаров. Вот. Ну и третья метка, она уже выносится, лезвия закончились, они еще может даже идти, метка на вас вешается, и вы ее уже, смотрите, сколько лезвия прошло, и метка кинулась только от вас, и вы уже несете тоже, на, ну, назад сюда. Можно даже брать немножко вот сюда. То есть назад и в бок в сторону хвоста, и потом возвращаться в рейд. Чтобы ни в коем случае не несите, когда кончаются лезвия, и когда нет лезвий,
вот сюда, в эту сторону. Потому что когда начнется лезвие, и человеку нужно будет бежать и двигаться одновременно вот здесь вот, вы здесь насрете лужу. Никогда подъебало лужу не выносите, вы насрете человеку. Он не вынесет, он, ну, сдохнет. То есть, если вдруг такая будет ситуация, то прожимаем 50 на 50, либо бабл. Но бабл он скинет лужу, поэтому у стены это прожимаем, чтобы не сдохнуть. Ну, вар, соответственно, ШВ может нажать. Вот, ложный рога там не прожмет, поэтому внимательно остается. Так. Про большой сектор дыхания скажи еще. Дыхание, очень огромный сектор, 120 градусов. Вот если вот здесь он на череп смотрит, то 120 градусов это не то, что от дерева до дерева, от дерева до дерева это 90 градусов. Вот, это круг делится на 4 части, а 120 это еще больше. То есть получается вот здесь, вот это дыхание там, будет забивать. Там, где я стою примерно. Да, вот примерно здесь. Поэтому, когда вы бьете босса, босс смотрит в череп, он еще может отставать из-за того, что будет пинговать там у танка, или, ну, грубо говоря, он не сразу его сможет провести, он же... это двигается. Поэтому, когда идут лезвия, держитесь максимально близко к лезвию, которое вас догоняет, и максимально далеко от босса. То есть, вот как квадрат стоит, даже можете пару ударов пропустить именно на этот момент, на момент дыхания. Вот, если вы это, ну, будете проебывать, вы будете просто падать в тьме. Просто будет вас взбривать. То есть, если вы будете заходить вот сюда, типа, тут лезвие, все, танк немножко не довернул, все, у вас дыхание вот тут, вот эта полоса заденет. Дыхание, лезвие, все это, в принципе. Ну и все, давайте это самое, ставлю рыбу. Посмотрим. А, ну и насчет захода в тьму. В тьме танчит и Виваша непосредственно. Перед заходом не зыбку жмешь. Там уже что по ситуации. Заходит танк, вы должны убедиться, что танк исчез в дырке и зашел туда. Вот. Как ставишь босса, вот эти метки, которые возле босса, возле кружка стоят, они для того... чтобы тебе понять, сдвинулся босс или нет со своего места. Вот. Если он не сдвинулся, то все идеально. Ты стоишь и танчишь. Вот. Лицом он у тебя на дерево направлен. Вот. То есть вот отсюда. Вот это примерно позиция. Не смотри на вот эти метки. Вот примерно... Сейчас. Примерно вот эта позиция. Вот. Он должен сюда у тебя лицом стоять. Ну там по рисунку на полу запомнишь. Вот так же и во тьме. То есть он не сдвинулся, ты стоишь спокойно и ждешь лезвий. В идеале они должны вот появляться. То есть вот тут вот шар будет. Ну и там чуть это от дерева. Вот, и будет активация лезвий. Ну, если вдруг неуверенность какая-то есть, там, когда они начнутся, то уже начинает двигать заранее. То есть надпись желтая вот эта появляется, в сферах там пульсирует темная энергия. Можешь уже заранее начинать двигать. И все, и нормально дальше будет. Дальше уже поймешь. Трая десяток дадим. Так, ну что, давайте. Проверка. Так, замену я пока кикну, потом вас... Юлю забафайте. Ставки делаем? Кто первый упадет? Так, Invisible потом, если что, тебя, если лоб какой-то мало будет давать, или маг возьму. Invisible, тоже далеко не уходи. Синтак первый упадет. Я так и думал. Тут холидринг. Тут... Юлю, говорю, забафайте. Пристабаф. Так, надо еще саппорт выпить. Фридом я первый. А вот насчет фридома, два паладина, холидринг и рарник, распределите фридомы, желтая, синяя джага и ауры распределите. У вас там ауры, ну, должна быть третья обязательно на каст к хилам, на тьму, и обязательно Авилания, так как ты там еще есть паладин третий, то на броню ставь. Я на броню, окей. Ну, я так сказал, вы смотрите, как вам удобно. Как у меня хотите. Третья стояла. Как хотите, вообще без разницы. Вот. Так, что там? Еще раз проверка. Аура воина света можете убрать. Как обычно. Отсюда буду, ну. Я желтую джагу. Все готовы? Встаньте за линию. И не двигайтесь, когда я иду к боссу. Так. Ты ее что? Рарник, ты первый, я второй тогда. Yes.
Ой, блядь, кто там в боссе стоял? Минус два. Полчаса. Отошли нахуй подальше. Объясняли, объясняли нахуй. Внимание, голема большого надо убить. Третья, четвертая пати, к вам обращаюсь. Смотрите на агро только. Эй, я стоп не понимал. Остальные бейте. Угу. Те, кто упали, вы бичи просто. Вот и все. Метеор. До падения третьего метеора надо успеть убить. А, ну там на пулу нет уже, все, на. Падаем. Какой на пул, нахуй, они прям в огне стоят, блять. Причем тут просто стоят. Нет, да, да у меня не большой убегают. Пошел. У меня большой пошел на это. На Вилане почему-то. Что, так-то нихуя сложного нету. А Вилане ультраприз. О, блять, Анреальный ультраприз, в чем проблема? Очень трудно. Очень трудно, да? Хуево. Ну, невозможно, да, понять эту хуйню. Что шар на бошку падает, он 100 тысяч урона наносит. Нахуй надо, да? Нам же похуй. Боты прожал. Ты боты прожал и прям в шаре сдох. А у тебя отпрыжка есть на ханте. Как это вообще? Ну, короче, ну, начинайте делать, потому что это хуета какая-то. Это смех и грех, нахуй. Там метеор упал прям в боссе, блядь. Ребята, не надо в босса заходить, бейте сзади кружка, хотя бы в 2-3 метрах, как раз там даже милику можно достать. Что, просто максимально стоят, люди, да, которые стоят на макс ренже, типа ханта, да, там, блядь, соответственно, если он хуем не успеет пробежать, потому что, блядь, метеор в боссе падает, а не там, где должен. В сторону хвоста делай отпрыг. Вот где он, метеор падает 7 секунд. Вот ты увидел, услышал небеса в огне фразу. Все, подбеги к, вот к красному кружку в стороне хвоста. Вот босса выбираешь, красный кружок в стороне хвоста. Вот примерно в районе треугольника, где метка стоит. Повернулся спиной нахуй туда, куда рейд отбегает. Отпрыгнул и все, кайф, свобода, блять. Ты выжил. Ну, я хоть и за ханта не играю, но мне кажется, так надо делать. Не знаю, как ханты там делают, пусть знает. Это все поебень и хуйня, что там, где бы не упал метеор, вы должны, сука, от него отбежать, блять. Вот и все. Ультраприз, то же самое. Раздупляйтесь. Это хуйня полная. Пристабав. А то сейчас Авила не успек, ну хилан нахуй. Возьму ультра это, блять, кого-то, блять. Инвизибл. Давайте еще разок, нахуй, хули. Смотри, синтек выжил. Синтек вообще бомба, нахуй. Синтек, блядь. А он под хвостом бегал. Синтек вообще красавчик. Красавчик в натуре. Арник, как дела? Приходи потравить халика. Я, блядь, на звезде, блядь. Прыгаю, пробел нажимаю. Смотрите, как катаюсь. Ебануться, нахуй. Хвасальту. Охуеть. Я не знал, что такая хуйня есть. Рарник, как дела, блядь? Мы хуярить босса хотим. Пиздец, рарник. Мне кажется, он какой-то, блядь, или хакер, или программист. Он хуярит где-то на 3 мониторах там, блядь. Потом хуяк смотрит, 3 проверки прошло, поворачивается, в Вовку играет. Чё-то он там делает, это стопудово. Точку запятой забыл. Смотри, вторая проверка. Бля, рарник. Рарник, ты тут? Зайдите за линию. Five, даю отчет. Four, three, two, Где его труп, нахуй? Чё, блядь? Ничего. Никак не сообразить, нахуй, World. Вообще, ну... Сейчас же в чем проблема, блядь? Вратела, блядь. Пиздец, метеор ёбаный. Метеор? Ну, ёбаный метеор, на ту игру есть, блядь. Ёбаное пламя. Ёбаное пламя, блядь. Два бича, нахуй. Ёбаное позор, все. Блядь. Я хуею, блядь.
Катрисия Седжи ресы, Вадикон Ворлда ресы, да, пробуем, блядь. Хотя процентаж такой, что мы до Метеора третьего его не успеем, походу, нахуй. Хотя, ну давай, пробуем. Катрисия. Так, осторожно, Сагро. Так, Равенин по боссу, осторожно, агро. Равенин, стоп, не нахуй. Вообще покури, блядь. Или дайте сальву ему. Воман, смотрите, сорвете, не дай бог, это будет вайп. Дал сальву ему. Все. 4% до метеора 2 секунды, нахуй. 3% до фазы. Как дела там, те, кто сдохли, блядь? Третий метеор, это вайп. Это упирание в берсу, блядь. Сбрила, да? Че, не зыбка-то была? Не было ни зыбки, по-моему, у тебя. Или ты просто упала? Все, падаем в вагоне. Ну вот. Простейший босс, нахуй. Это вот реально как РБК, блядь. Просто... Небеса в говне. Небеса в говне, блядь. Вы должны слышать эту команду. Ёбаный. Диван зачем дали? Сдыхаем все, нахуй. В инст никто не заходим. World, не заходи в инст. Призрак, не включайте призрака, пока не все не сдохнут и не исчезнет этот огонь. Зайдите в лужу, зайди в лужу, зайди в лужу, зайди в лужу. Вайпаться тоже надо. А в портал, наверное, не дай всем. И в портал, да. Все, теперь заходим. Та-дам-там-та-дам-дам. Это программа таксистка. Так, что там по ДПСу? Здесь же сдох. Как бич. Ёбаная метка, блядь. Да, ёбаная все. Я развернулся прямо в пламя, блядь. На туре, блядь. Ёбаное пламя, блядь. Оно такое хуёвое. Вы видели? Даже кош не помог, оно здесь дамажит. Оно на разных серверах по-разному коэффициенты прописывают вот этих четырех лучей, которые с метеора огонь ползет. Он, короче, нахуй... Вообще расползается то ли 5 секунд, то ли 4, нахуй. Ну, вот именно расползается. А на циркуле как-то прописали и за секунду. Ебать, там падали типы. Просто пизда, блядь, пачкой, нахуй. Оно еще расползалось. Не крест-накрест, нахуй. Оно расползалось. Оно могло все 4 щупальца в одну сторону идти, как у осьминога, типа, когда он плывет, нахуй. Ебануться там было, нахуй. Че такое? Там он реально пишет, что ну, так иди, писи, блядь. Давай. Invisible плюсуем. Ну теперь голем без напула, теперь я даже не знаю, что делать, нахуй. Короче, этот самый топа полностью на войда пулишь. Только не проеби напул. На босса конкретно. Два роги пускай. Ты что, здорового гоблина? Ой, то есть это... Нет, босса. Босса на меня. Потому что я, когда его бью, я проебываю огромный босс. Ну эти. Ладно. То же самое во тьме. Короче, когда эти пулят мобах, тогда тебе надо, тебя босс понял. Это самое, Вадикон, и кто там бьет. Так, сейчас я еще посмотрю за этот трай, кто бил, кто не бил. Сейчас я гляну, кто как играет, блядь. Так, Вадикон, живое адское пламя, почти лям. Притон, живое адское пламя, 240 тысяч, мало. Эя, живое адское пламя, 800, нормально. Ляночка. Да они, это похрену, они падают нормально. Не, смотри, в чем фишка. Я почему это говорю? Я бы не говорил, если бы я, ну, я понимаю, зачем это надо. Я объясняю вам, чтобы вы понимали, зачем это надо. Вот смотри, один челик может дать 2 ляма в него, в этого моба. Но он сорвет агро, блядь. А если все дадут под 500 тысяч в него, то он сдохнет. И они не успеют набрать такого пула агра, который пересилит мой пул агра, блядь. Вот в чем смысл. Ну нет ханта, блядь. Вот, если кто-то будет играть, а кто-то не играть, получится срыв, блядь, потому что мобата по факту надо убить. Он быстрее упадет, когда все играть будут, еще быстрее, чем ты сейчас видел. Поэтому я вам это говорю, блядь. Поэтому ДДшники, кого я сейчас называю, вот, Притон, мало, блядь, больше играй на 200 тысяч. Эя, нормально. Ляночка, 100 тысяч вообще в большого. Почему? В него надо играть.
Некромантика, живое 400, еще на 100 тысяч больше давай. Равенин, почти 500, 470, но ты уже срывал. Или кто там, или Ворлс, не помню, блядь. Короче, еще на сотку больше. И этот, и World, ну почти 500, ну вот более-менее. По маленьким играют только роги, блядь, и кто там, ну ауешники, вот коты там, блядь, они эту хуйню зальют. Если надо будет, вы свичнитесь. Поэтому, РДДшники, ваша задача, и у всех РДДшников, все маги, все локи, все совы должны видеть, какое количество агро на этой хуйне, как он называется. На большом големе, которого вы бьете. Если у вас подходите ко второму месту, вы должны стопнуть. Босса свичнуть. Этот, Invisible, ты в свету будешь. Но смотри, трэш, не бей так, чтобы он тебя убил, нахуй. Жди, когда на пул будет, а когда он будет на протопале. Так, а я кого свичнул? Ханта, да? Войд, ты Рависта на замену кидал? Я не помню, по-моему, не плюсовал еще. Плюсовал. Но он написал, что он на замене. А, ну пусть плюсует. Так, а ну, кого свичнуть-то, блядь? Давай по ИП глянем. Ну, Равения на свичнуть. По ИП. Не, ну надо босса как-то убить, понимаешь? Да я шучу. Самое скучное на Ракане бить монетами. Уснуть можно. Вон там гамошин чуть пониже. Для начала надо, блядь, отыграть, нахуй, чтобы вы увидели, что вы этого босса убиваете легко, а не так, что, блядь, уступите, не уступите. Об этом сейчас речи вообще не идет. На куда тебя свичнуть? Ты куда? Ты БР, нахуй, давай играем. Ты еще первый по ДПС, блядь, ну это за счет трэша 2 ляма, конечно. Мега хорош. Так, давай, Равения насвичнул на Рависта. И только далеко. Те, кто на замене, далеко не уходите. Потому что это, ну, в ваших же интересах, ваше ИП. Так, смоним Рависта. Да, Заханыч. Ставлю рыбу. Мне куда? Свечна. Ты в свету. Понял. Осторожней с большим и маленькими големами. Они не должны тебя убить. Очень осторожно. Стараюсь. Дайте, пожалуйста, энту с пристабафом. Рарник, как дела? Пиздец. Даю отчет. Да что ты много говоришь-то? Я понял, блядь. Призрака крашеного. Я понял, блядь. Кого крашеного? Вовку, кого еще? У кого? Сейчас, мы побегаем еще. Туда-сюда, давайте бейте, блядь. Это хил, у нас их 6. Будет гламур с ДСшником. Цвету. Готовимся, фаза, смотрим на Игалашу.
Ну, кровь зря, конечно. А вы что стоите, ждете? Заходите? Все, приезд, Кламур стоим. Вот. Анонсите там кто? Все, что видите, анонсите. Лезвие, когда начнутся, заранее, секунд за 10, чтобы Вилаша не плюнул. Лезвие сумерек 10 секунд, да? Угу. Да, вот. 5 секунд лезвие, Вилаша, смотри, уже крутитесь. Двигайтесь. Торопитесь, торопитесь, блядь. Ну куда? Он упал. Нормально заходим. Стоял, блядь. Заходим, падаем. Это что сейчас было? Это лезвие. Лезвия были. Заходите, падайте. Мардан, сними дух. Босс кривый стоял. Так, нормально он стоял, заходим. Там просто Аша испугалась, начала лишнего Аша. Ничего, это пару раз, ничего страшного. Это надо, чтобы человек привык просто. Да, это надо пару траев. Как говорится, вайпнуть и рейд. Кстати, так, ладно, чинитесь у Дживса. А, это пару раз. Главное, не бойся, главное, ну, ничего страшного не происходит. Там дальше уверенность пойдет. И все одно и то же. Каждый раз заходишь, одно и то же будет. Призан, заходишь? Он зашел. Рыба. Всего 87 грамм.